будут тега. 2,5. Бринский и... А ну выключи свет. Тут вроде завязка есть. Есть. Сколько лет? Дней 5-6? 9-й день. Ага. Включай. Что с этим? Один подольше при это самое. Держать? Ну да, чтобы. Понятно, кровеносные сосуды есть. Да, завязь есть. Это уже все работает. Завязи, говорит, есть, блин. Это самое, блин. Цветовод, блин. Это привезли. Монтаж загородки для молодняка. Барьер. Ого. Поилка, да? Да. То есть проточная вода и там где-то слив, да? Проточная. А, накопительная. Да, очень. Ага. Это у нас типа пока поступает на магистрали, туда идет, туда добавляется витамин, а пиво уже дополняется по этому делу. А что это вот дело, вот это точно, вот если знаешь, это дело. То есть желоб, который закрыт вот этой синей, зеленой сеткой. Они вот эти еще раз это самое. Питье вот бочки накопительные 40-литровые.
них поступает вода из основной магистрали, то есть из магистрали поступает вода в бочку, в нее, если необходимо, добавляются антибиотики либо какие-то витаминные препараты, это первые три дня, как обычно, их добавляют. И в дальнейшем уже с бочки она распределяется вот по ивочкам. А уже на сетке там уже проточка, там постоянно от кормушек поил на курсе. Супер комбикорм. Комбикорм, да, у нас сейчас ПК-5, ПК-2, вот качество. Комбикорм он заводит, очень качественный комбикорм, очень доволен. Одна доставка. Тысяч без комбикорма? Без сыры комбикорма? Доставка. Подожди, то есть просто доставка? Доставка, машина приезжает, да, дорога, за дорогу машина. Не считается у нас за комбикорм? Не считается у нас за комбикорм. У меня комбикорм... Не снимал бы я на камеру, я бы сказал, как это называется. Не, а какой выбор? Это у вас Богданович, да? Ну, Богданович. У меня, кстати, там только работает. Живет, оказывается, уже такой приехал. Смоленский комитет, да. Даже если не карма. Здесь ближе. Пушками, да, вот это обогрев. Газовый, да, газовый. Необходим. А какая температура? 70 градусов. А какая температура здесь? Температура будет еще на все у нас есть в ходе управления. Вентиляция пока закрыта у молодняка. То есть здесь их не то количество, чтобы задыхались. Вадим, давай лучше расскажи. Это вот так они будут здесь через 3-4 дня будут бегать по этой сетке. Все, это стадо будет высажено? Да, да, будет высажено сюда. На сетке плотность посадки увеличивается в 2 раза. Если по нормативам, допустим, на полу можно держать там до 8, то здесь на сетке вот мы в один блок 30 квадратных метров можем посадить 300 штук. Никакого отхода, никакого поддержания бывает. То есть плотность посадки увеличивается. Соответственно, сетка никакой грязи. Так, то есть кто-то... это будет потом гидросмыв вот через эту вот... Да, мойка, это все, там где-то скребком они что застревают. Через эту ванну, сюда, да? Да, потом это будет уходить туда, в приточную яму, оттуда фекальным насосом. Бочка у нас есть там, либо засыпаться будет опилками, жижа. И будет делаться дроп 8. Ты знаешь, что это регистрировано?